Всем привет! Продолжаем изучать описание картин. Картина «Спинелла Аретина. Тяжелый камень». Спинелла Аретина написал серию фресок на тему жизни святого Бенедикта. Судя по легендам о святом Бенедикте, пересказанным в диалогах святого Григория Великого, он пользовался огромной известностью и почитанием как чудотворец и экзорцист. Святой Бенедикт родился в Умбрии около 480 года. Отправившись в Рим учиться, отказался от беспутной городской жизни, чтобы стать отшельником. Основал свой орден, первый в Европе, на горе Кассино. Его слава повсеместно распространялась, и к его советам прислушивался вождь остготов Татила. Святой Бенедикт был похоронен в одной гробнице с его сестрой, святой Схоластикой. На приведенной здесь сцене Спинелла Аретина изобразил эпизод, связанный с первым из построенным святым Бенедиктом монастырей на горе Кассино. Монахи в белых рясах не могут поднять каменную плиту, нужную им для постройки, потому что на ней сидит дьявол, который изображен в традиционном стиле, с хвостом, черными перепончатыми крыльями, как у летучей мыши, и когтистыми лапами. Но святой Бенедикт поднимает руку, чтобы изгнать беса, и бес в испуге спешит убраться. Бенедикт изгонял бесов и задержимых, исцелял больных. Обычно его изображали седобородым старцем. Он может носить или черную рясу ордена, которому принадлежал в начале, или белую рясу, реформированной им ордена. Его атрибуты – ворон или ворона, а также разбитый поднос. Ну, вот такое описание картины «Спинелла Аретина. Тяжелый камень». Все, пока-пока, до свидания.